20 веке реабилитацию английской музыки произвел Бенджамин Бриттон. Финал его оперы «Сон в летнюю ночь» по одноименной комедии Шекспира, где бродячие музыканты, неискушенные в почитании муз, развлекают царственных особ грубым фарсом Пиран и Фисба, где появляются Титания и Оберон со свитой фей и эльфов, мы сейчас вам и покажем. Какой спектакль дадут нам поглядеть? Как вечность нам помогут скоротать? Что отделяет вечер от ночи? Протяжно сжатые действа операми и прекрасные физры, предрагичнейший фарс. Мрачно и весело, длинно и кратко, жаркий холод и льду подобный жар. А кто такие актеры? Черник и Зафин, 5-6 любителей, неискушенные в почитании муз. Пусть начнут играть. Все, что нам искренне потрясено, мы искренне должны приветствовать. Сесть, прошу вас, леди. Представились нам в жизни я зову.
чи серце мені. Пусть буде проклят кожний твой кирпич. Вірна должна би наградить його ругательством. У вас нет, сэр, ошиблись. О, злой собор, то физме зна. Вот и она. Thank you.
Анина здесь, где ж мой пират? Где ж мой пират? Где ж мой пират? Come, see me now.
я спрошу вас, эпилог нас допечет. Нет, танцуйте уж.